Орел готовится ко дню города. До 5 августа осталась неделя. О подготовке к праздничным мероприятиям шла речь на аппаратном совещании в администрации региона. Сформирован план центральных мероприятий, которые пройдут на самых разных площадках в областном центре. И наша общая задача — провести их, как всегда, на высоком организационном уровне, выполнить весь комплекс мероприятий. И особое внимание при этом, как неоднократно подчеркивал губернатор, нужно обратить на военно-мемориальные комплексы, центральные площади, скверы города, но и прежде всего на адресную поддержку, помощь и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. И традиционно одна из главных забот – это обеспечение общественного порядка во время проведения этих мероприятий. 5 августа в 9 часов на бульваре Победы состоится водружение цветов к стеле воинской славы. В 10 часов жители и гости города будут приглашены на главное героико-патриотическое мероприятие на площадь Мира 5, где у памятника героев-танкистов состоится церемония подъема дубликата флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года воинами-разведчиками Санько и Образцовым. Митинг памяти, возложение цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Советского Союза Баграмяну. В 12 часов в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева состоится торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков под названием «Война и мир глазами детей».